они будут стараться петь для вас, то есть во весь голос. Погнали! На нашу сцену выходит команда Беларуси и их наставник Руслан Алехно. Как говорится, прошу любить и жаловать. Руслан Алехно родился в семье военного, учился в музыкальной школе по классу труба и баян и всегда мечтал петь на сцене. Отслужив в армии, Руслан решил, что должен исполнить свою мечту и победил в популярном телевизионном конкурсе. Теперь концерты, гастроли и постоянные переезды стали обычными для жизни артиста. Дальше последовало выступление на Евровидении и множество других музыкальных проектов. У Руслана грандиозные планы на будущее, и один из них – вместе со своей командой занять первое место на конкурсе «Во весь голос». Я представляю вам мою команду из Белоруссии. Талантливые, обаятельные и, самое главное, профессиональные ребята. Удачи! Привет! Мы, белорусы, считаем, что самое главное в жизни – это семья. И это серьезно. Даже наш символ – картошка – растет не в одиночку, а клубнями. Как же другой символ – василек. Никогда не увидишь, как он растет один. А наша национальная птица аист вообще приносит в семьи детей. Так вот, к чему мы? К тому, что для нас этот конкурс тоже стал семейным. Ведь все страны, участвующие в конкурсе – это одна семья. Каждая команда с наставником – тоже семья. А на родине каждого наставника ждет с конкурса своя семья. Они волнуются и переживают. Мы очень хотим проявить себя и не подвести ни семью, которая болеет за нас дома. Ни вторую, ту, которой стала наша команда. Ну что ж, семья, во весь голос! На весь мир! Необыкновенная команда, необыкновенный наставник и песня необыкновенная исполняет Руслан Алехно и команда Республики Беларусь. Звезды перед тобой тускнеют, нет второй такой, как ты. В твоем сердце цветут орхидеи неземной колдовской красоты. Никого для меня нет дороже, лишь тобою дышу и живу. Я не знаю, как это возможно, но подобна ты вся божеству. Необыкновенная, ласковая, нежная, как океан безбрежная, любовь твоя. Вселенная, необыкновенная моя. Я тебя обнимая целую и тону в глубине твоих глаз. Если рядом ты, я торжествую, и весь мир расцветает для нас. Без остатка все дни и все ночи лишь тебе посвящаю одно. Я к тебе, как к кресту приколочен, ты мой свет, неземной ангел мой. Необыкновенная, ласковая, нежная, как океан безбрежная, любовь твоя. Необыкновенная, милая, бесценная, ты целая вселенная.
Я поздравляю. Всех с прекрасным, хорошим выступлением. Вы все сделали профессионально. Эту песню знают зрители всегда, когда песню знают, когда песня известна, что-то большего требует. Поэтому вы сделали прекрасно все. Браво! Узнав о проекте «Во весь голос», Руслан Алихно, наставник команды «Беларусь», сразу согласился, потому что для него была честь поддержать эту команду. По той простой причине, что он сам родился в Беларуси, и поэтому ему было очень приятно работать с ребятами.